Слышь, сантехник или кто-то там? Че в сумке? Дядя Генри, это я! Ах ты, детей похищать! Вы смотрите канал «Подыграйка»! Дети, меня срочно вызвали на работу. У меня не будет часа два. По дороге домой зайду в магазин и куплю что-нибудь вкусненькое. Свепа, сейчас начнутся новые серии «Овчаркиных». Давай посмотрим. Ладно, давай, только недолго. Все, ребята, поздно уже. Мы прерываем показ мультфильма для срочного сообщения. В городе участились случаи похищения маленьких детей. Фото подозреваемого вы видите на своих экранах. Его прозвище – Хулиган Билли. Если вы вдруг увидите этого человека, ни в коем случае не вступайте с ним в диалог, а сразу же позвоните в полицию или к нам в студию. Где-то я уже видела этого ведущего. Надоело мне смотреть телевизор. Пойдем лучше гулять. Пойдем. Кто это? Мама вроде недавно ушла. Вам кого? Родители дома? Нет, они еще на работе. Тут посылка пришла для вашей мамы. Посылка? Ну, в общем-то, вы сами можете расписаться за вашу маму. Да я пойду. Работы, знаете ли, много. Подождите минутку, я сейчас. Слепа, кто там пришел? Да вот почтальон. Хочу позвонить маме. Она мне не говорила, что должна прийти посылка. Мне кажется, я уже где-то видел этого почтальона. Погоди! Так это же тот самый, с телевизора! С какого еще телевизора? Ну, по новостям сегодня показывали! Точно! Молодец, Жорж! Что будем делать? Давай позвоним в полицию! Да пока мы позвоним, он уже 30 раз сбежит! Вот как мы поступим! Чай, конечно, у вас вкусный, но больше ждать вашу маму я не могу. Зайду к вам через часик после... Ну и болтун! Наконец-то снотворное подействовало! Вот так! Теперь никуда не денется. Осталось только позвонить в полицию. Ну, кого еще принесло? Кто там? Электрик, проверка проводов. Зайдите попозже, родителей дома нет. Мне нужно срочно проверить у вас проводку. Если не откроете, отключим электричество. Ладно, проходите, только быстро. Так, а родители скоро придут? Ну, где-то через час. Что ж, хорошо, очень хорошо. Здравствуйте, а вы кто? Я Билли... электрик. Девочка, принеси мне водички, что-то в горле пересохло. Да, конечно. А как тебя зовут, дружок? Меня? Жорж. А ты хочешь посмотреть, что у меня в сумке? А там что-то интересное? Да, там суперприбор, который может делать все невидимым. Ого, круто! А где он? Ой! Полезай-ка! Эй, вы чего? Вот и все. Удачненько я зашел сегодня. Здорово, ты кто? Я? Я это я. А ты кто? Я первый спросил. Первое слово съела корова. Фу, что это за гадость у вас в сумке? Слышь, сантехник или кто-то там? Че в сумке? Дядя Генри, это я! Ах ты, детей похищать! И в этот самый момент появляется Генри и спасает моего братика. Вот такая вот героическая история. Большое спасибо вам, Генри, за поимку опасного преступника. А на этом наше эфирное время подходит к концу. До встречи в следующих выпусках и всего вам доброго! Теперь мы герои, Свепа! Да уж, пойдемте пить чай, герои вы мои. Пойдемте. Эй! Кто-нибудь! Вытащите меня отсюда!